Ну что ж, друзья, где продавец? Ну что ж, друзья, продолжаем сраться, бояться свой мрачный детектив по Лавкрафтычу под названием Call of Cthulhu. Посмотрим, что ожидает нас на этот раз в этой серии. Мы прибыли в книжную лавку, короче, к продавцу узнать о кинжале. Так, что здесь? Еще часть дневника, которую вела жена преподобного. Дневник жены священника, часть 4. Преподобный объявил сам себя пророком. Он отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности, чудовищного обличия. Его жена пыталась урезонить мужа, но тщетно. Он был убежден, что должен слушаться голоса в голове, потому что тот говорит правду. Конечно, предыдущая серия была вообще напряженной с этим гостем извне, с этим чудовищем из картины. Так, да, как-то здесь пусто, нет никого. Картины какие-то, кишки нарисованы, желудок, эмбрионы. Как-то это все странно выглядит. Так, что это за книжечка? История острова Дарквотер. В 19 веке, когда американский китобойный промысел достиг своего рассвета, киты постепенно исчезли из окружающих Дарквотер вод. До тех пор регион был излюбленным прибежищем китовых, и поэтому этот феномен кажется еще более загадочным. В 1847 году, после многомесячной охоты, в порт вернулась китобойная шхуна Сцилла с гигантским существом на борту. Ее команда утверждала, будто бы всех в китов в округе сожрала именно эта тварь. Чтобы затащить тушу на борт, команде понадобилась целая ночь. Жесть. Фига себе, каких размеров была эта тварь? Если они целую ночь, то прикиньте, целую ночь. Так. Целую ночь они пытались затащить. Здесь что? А, пополнили мы. Пополнили лампу. Давайте посветим, может, при свете что-то здесь будет интересно. Вот здесь мы еще не были. What happened here? Что тут произошло? Место происшествия. Еще одна картина. А картина... Кстати, смотрите, что здесь? Крысы и жуки какие-то. Давайте начнем расследование, посмотрим. Let's start over. Начнем с самого начала. Where did they break in? Откуда взломщик проник сюда? Давайте начнем. Blood. Кровь. Seems like amateur. Похоже, работа дилетанта. Ну, как-то не очень разумно. Он вломился. Так. Понятно. Дальше что? Дальше какие улики? О, что-то здесь лежит. Этот отпечаток оставил кто-то высокий, вероятно, мужчина. Высокий мужчина. А, это отпечаток ноги здесь. Так, что еще? Разбито, что ли, или что это? Похоже, взломщик довольно неуклюжий. Да, что-то он
Либо неуклюжий, либо пьяный. Так, а свет мы здесь не можем, да, зажечь. Так, давайте здесь посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас темно. Темно и ничего не видно. Давайте посмотрим. В этой комнате что, что есть? О, сколько всего. Что убило всех этих животных? Ну, из животных я вижу только крысу. Остальное какие-то жуки. Что за вор оставляет свои инструменты на месте преступления? Инструменты? Что это за инструмент? А, это лом. Почему сломщик сбежал, не закончив своей работы? Кстати, смотрите. Звезда. Пентаграмма. Ну, типа пентаграмма. Что за... Чарльз Хокинс? В смысле, а почему он падает? Почему? О, смотрите, он еще... Он уже преобразованный какой-то. Такой, какого мы видели в пещере. Что произошло с Хокинсом? Какой же силой обладала картина Сары Хокинс? Явно нехорошей силой и мощной. Воу-воу. Сара Хокинс помогала прятать что-то в этом сейфе. Книгу. А в этой книге по-любому что-то... Что-то есть. Дрейк приложил немало усилий, чтобы спрятать это, чем бы оно ни было. Все связано с делом Сары Хокинс. Наверное, нам надо будет взломать этот замок, да? Я так предполагаю. Угу. Блин. А вот и загадочка. Головоломочка, друзья. Фу. Что-то по-любому надо искать какую-то подсказку. О! И мы ее найдем, это по-любому. Мемуары Дрейка. Дрейк оставил инструкции, как найти комбинацию к его сейфу. Кажется, здесь спрятана страница, кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает такой же острой остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе, а подсказки к комбинациям содержатся на трех цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок – удовольствие разума, но беспорядок – наслаждение воображения. Хотя я сам предпочитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я прошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге, профессору Мискатонинского университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие, слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую оно представляет, и поступишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Так, шифр к сейфу заключен в трех цилиндрах. Что это за цилиндры? И где их искать? Справочник по анатомии и вскрытию, книга 1.
Название этой книги полностью отражает ее содержание. В ней приведены подробные и наглядные иллюстрации человеческой анатомии и методов вскрытия. Для ее чтения нужны сильные нервы или свойственное врачам безразличие. Окей. У нас медицина прокачивается так. Медицина прокачивается. Два доступных очка у нас. Что мы можем прокачать? Давайте до 50 силы, наверное. Или нет? Красноречие. Расследование. Психология. Давайте расследование. До 70. Так, у нас получено достижение. Детектив Эдвард Пирс. Окей. Рассудок. Кстати, смотрите. Рассудок у нас. Что-то значки поменялись даже. Встреча с бродягой. Так, Даркоутер. Места. Резиденция Сандерса. Дом Сандерсов отделанный в красно-золотых тонах. Очень впечатляет, но интереснее всего частная галерея Фрэнсиса Сандерса. Это огромное помещение, полно тревожных и мрачных предметов, изображений обезображенных девственниц, жертвенных кинжалов, статуй и чудовищ. А центральное место занимает картина, которая и стала причиной его смерти. Бродяга Сары Хокинс. Близкого друга семьи. Того, что случилось в этой комнате, я не забуду никогда. Да, вот как раз это была вот предыдущая серия. Мы встретились с этим бродягой. Безымянная книжная лавка. Я никогда прежде не видел такого обширного собрания книг по магии и оккультизму. Владелец магазина Элджернан Дрейк гордо именовал себя экспертом в области эзотерических феноменов. В ней содержатся многочисленные редкие и запретные труды. В задней комнате лавки стоит сейф, защищенный древним символом. Библиотека была взломана и ограблена. Так, кинжал древних. Кстати, вот эти, да, вот этим кинжалом мы одолели бродягу. Улики. Взлом. Взломщик, проникший в безымянную книжную лавку, вошел через дверь. По отпечатку подошвы и перевернутым предметом можно понять, что потом он проследовал в заднюю комнату. Беспорядок у сейфа явно указывает на цель этого человека. Но вот мои подозрения о его личности подтвердить нечем. Я видел Чарльза Хокинса и странное изображение звезды на дверце сейфа. Я не могу понять, стало присутствие Сары Хокинс в моих видениях результатом работы подсознания, или я просто одержим этим делом. Просто... ты немножко сходишь с ума. Так, мемуары, понятно. Надо искать цилиндры. Нам нужно искать цилиндры. Здесь ничего нет. Снотворные таблетки. Неужели все на этом острове принимают снотворные? Я нашел эти снотворные таблетки в книжной лавке. Неужели книга торговец страдает от бессонницы. Да, кстати, я заметил то, что в кругом, везде мы находим снотворные таблетки. Какую связь он нашел между Чарльзом Хокинсом и старым амулетом? Папка «Ключ из Эрльеха». Этот ключ со знаком старших. Единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца египетского торговца антиквариатом медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли он об истинном назначении этого артефакта. Попробую это узнать. Вот, это как бы не пентаграмма получается, а звезда и ветка, ветвь. Неужели вся эта фигня из Египта? Так, ладно. Ищем цилиндры. О, ничего себе здесь. Придется значительно бороться.
Так, аркхемская анатология. Никогда такой не слышал. Сборник стихов Эдварда Пикмана «Дерби». Этот сборник, также известный как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации в 1908 году. Дерби тогда был всего 18 лет. Эта книга входит в аркхемскую антологию. Великолепное собрание сочинений по эзотерике и сверхъестественным явлениям. Понятно. How many volumes are there in this collection? Сколько томов в этом собрании? Так, «Разоблаченная Изида». Книга по эзотерической философии, ключевой текст теософического движения мадам Блаватской. Автор Елена Петровна Блаватская. Эта книга входит в аркхемскую антологию. Великолепное собрание сочинений по эзотерике и сверхъестественным явлениям. Автор что, он русский, что ли? Елена Петровна. Another volume by Arkham Editions. Еще одна книга в аркхемском издании. Книга заклинаний, предположительно составленная легендарным царем Соломоном. В ней описаны различные колдовские ритуалы и ритуалы проклятия. Переиздание Клаудио де Уэтс на основе оригинала Л.У. де Лоуренса. Эта книга входит в аркхемскую антологию, великолепное собрание сочинений, трактатов по эзотерике и сверхъестественным явлениям. Arkham Editions. Аркхемская антология, никогда такое не слышал. Реквием Шагай. Шагай. Опера в 8 актах, написанная Бенвенуто Кьетти Бардигерой. Блин, язык сломаешь. Печально известная либретто, опубликованная Витали в 1768 году. Говорят, что опера была поставлена всего один раз, и после спектакля публика взбунтовалась. Причем несколько человек погибли или пропали без вести. Понятно, эта книга входит в эзотерику и сверхъестественные явления. Понятно. How many volumes are there in this? Сколько томов в этом собрании? Сборник астрологических предсказаний. Так, пророчество. О далеком будущем написанных стихами. Автор Нострадамус, перевод Лиани и Теофилус Уайтбридж. Прям, блин, автор прям Нострадамус, ничего себе. Так, Another volume by Arkham Editions. Да. Там мы читали. Arkham Editions. Герметический свод. Гермес Трисмегист, переводчик и редактор Натаниэль Капелиус. Этот сборник текстов о разных верованиях создал легендарный философ. В него входит перевод «Изумрудные скрижали», очень популярного среди алхимиков 16 века текста. Блин, сколько книг-то? How many volumes are there in this collection? Ура, Линда! Ура, Линда! Старая фризская рукопись, переведенная Уильямом Сэндбахом. В этом тексте утверждается, что давным-давно Европа и другими частями света правили народные матушки. Кроме того, наш алфавит якобы произошел от фризского. Хм. Вещи, которых не должно быть. Сборник сочинений об американском фольклоре и городских легендах, написанный Альбертом Уилмартом, профессором Мискатонинского университета. Названия такие, язык сломаешь. Так, книги — это хорошо. Книги — это ум. Это ум. Ну вот, похоже на цилиндры. Цилиндры, которые Дрейк пытался спрятать. Пожалуй, стоит их послушать. Так, их всего два я взял. А там про три цилиндра говорилось. Справочник по анатомии и вскрытию. Эта книга не менее подробная и наглядная, чем первая, посвящена хирургическим вмешательствам при пороках развития и моторных нарушений. Понятно. Так. Дело.
Значит, Элджернан Дрейк, владелец книжной лавки, тоже знал Сару Хокинс. Связь между ними была не просто отношениями продавца и постоянного клиента. Она помогала ему что-то защищать. Эту вещь они спрятали в сейфе, в задней комнате, и Сара Хокинс нарисовала на дверце странный символ. Чарльз Хокинс, кажется, хотел ее похитить. Нужно открыть сейф и узнать, что же там. Как мне узнать комбинацию? Так. Понятно. А, нет, мы три взяли, да. Первый цилиндр Дрейка. Цилиндр для фонографа. Я нашел его в безымянной книжной лавке. Сообщение довольно невразумительное, но оно может содержать что-то важное. Второй цилиндр. И третий цилиндр. Так. Понятно, цилиндры мы нашли. А где теперь фонограф найти? Где еще что-то здесь? Медицинские конспекты, дом 3. Всего несколько лет назад практикующий врач мог использовать все достижения современной науки. В этой книге последней серии доказывается, что это больше невозможно. В составлении этого тома приняли участие около 10 именитых врачей. Так, медицина у нас прокачивается отлично. Фонограф. О, что здесь? Положение печальное. Очень печальное. Кубок. Какая-то чаша. Этот кубок, похоже, очень старый. Вроде бы он сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями. Кажется, сапфиры и рубины складываются в какой-то узор. Какой-то узор. В какой узор он складывается? Ладно. Пока оставим это. Нужно найти, где послушать. А вот, я нашел, кажется, фонограф. Да. Первый цилиндр Дрейка. Давайте начнем слушать. Как его послушать? Ае. И эти красные капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно, обрамленные. Быть хранителем Грааля не значит не поддаваться его чарам, Генри. И я признаюсь, я готов заплатить, чтобы узнать его секреты. Понял еще раз. Красные капли. Так, понятно. Я наконец-то понял, что мы лишь фигуры на шахматной доске богов. И пусть те из нас, кто еще стоит на ногах, защищают нашу белую королеву от черных солдат. Нас становится все меньше, и чем больше я понимаю, тем сильнее моя воля. Мы должны восстать против судьбы. Дорогой друг, я еще раз благодарю тебя за антологию работ в Аркхемском издании, которое ты мне прислал. Девятый том «Азатот и другие ужасы», кажется, имеет непосредственное отношение к моим исследованиям. Я никогда не устану перелистывать эти страницы. Так, разгадка к сейфу в цилиндрах. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Девятый том. I never tire of browsing through them. I finally understood that we were only pieces on the chessboard. Так, короче, что-то с шахматной доской. Пусть нас еще стоит на ногах, защищает нашу белую королеву от черных солдат. And my will strengthens as my apprehension grows. And these red rocks. Драгоценные камни, эти красные капли. Так. Красные капли. Красные капли. Количество, что ли, этих красных рубинов? Раз. Два. Три. Четыре. 4-5. Да? Так, погодите. The chalice of knowledge. Раз, два,
три, четыре, пять. Так, пять. Я не знаю, правильно ли это, нет. Но будем так думать. Пять. Шахматная доска. Королева защищена слабо. Так, окей. Королева защищена слабо. От черных, да, солдат? Значит, белые надо посчитать. Раз, два, три, четыре. Четыре. А это что? А, понятно. Пять, четыре. И том. Надо том найти. Девятый том. Толковое сновидение. Толкование сновидений Фрейда. Эта работа заложила основу психоанализа в начале века. Это практическое руководство, созданное Зигмундом Фрейдом для психологов, описывает техники аналитической интерпретации снов. Во время анализа необходимо соблюдать несколько правил, в особенности правила свободной ассоциации, сформулированные Фрейдом в конце 19 века. Согласно этому правилу, сновидения рассматриваются как проекция скрытых желаний. Я не верю, что эту теорию можно применить к моим кошмарам. Ух ты, сколько у нас тут знаний-то. Так. А мы не смотрели там, девятый том не находили, да? Так. Что-то еще. Том второй. В 17 веке на острове обосновалась колония Пуритан под руководством преподобного Джона Виквуда. Они назвали остров Дарквотер, темная вода, из-за оттенка морской воды. Кстати, как я и говорил, Дарквотер, темная вода. Только я, по-моему, говорил темные воды, но близко. Они считали, что все дело в необычном цвете скал, окружающих остров. Поселенцы возвели первые постройки, среди которых были особняк Хокинсов, церковь и кладбище. В редких документах и рукописных заметках, которые они оставили, упоминаются кошмары и необычные случаи. Они загадочным образом исчезли в начале 18 века. Так, 5-4, да? 5-4. Книга Диана – фундаментальный труд, лежащий в основе теософского движения Елены Блаватской. Его участники приравнивают истину к религии. Книга Диана. Эти тибетские тексты легли в основу философии эзотерического движения, основанного Еленой Блаватской в конце 19 века. Создательница теософии неоднократно ссылалась на этого труд. Но никто и никогда его не видел. Я думал, его попросту не существовало. Эта книга, обнаруженная в безымянной книжной лавке на острове Дарквотер, может оказаться как фальшивкой, так и неопроверженным доказательством слов Блаватской. Оккультизм. Оккультизм даже немного прокачался. Так. Девятый том ищем. Что здесь? Вы будете читать книгу? Да. Что содержится в этой странной книге? Молот тварей. В этой книге содержится нечестивое знание. О, кстати, это, по-моему, нарисован этот гость, да? В этом сборнике перечисляются и классифицируются создания, о которых мне никогда не доводилось слышать. Божества со звезд, существа, способные перемещаться между измерениями. В самом сборнике утверждается, что это справочник по бестиарию мифа.
без подробностей о том, к какой же мифологии он относится. На некоторых страницах можно найти фантасмагорические иллюстрации. Так, это тоже не то. Девятый том. Здесь ничего нет. So these are the volumes that Drake was talking about in his memoir. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Восьмой том. What did Drake say about this collection? Шестой том. Drake talked about a particular volume. Четвертый том. So these are the volumes that Drake was talking Седьмой. About in his message. What did Drake say about this collection? Вот девятый. Сборник стихов. Так, стал настоящей сенсацией. И что в этом такого? Или цифра 9 просто? Drake talked about a particular volume. Так. Это хоть та книга, я что-то не могу понять. Какой у нас третий, да, цилиндр? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, as a thought and other horrors, seemed particularly relevant to my research. А зато тут другие ужасы. So these are the volumes that Drake mm-hmm. was talking about in his message. Так. Четыре. А. Пять. Четыре. Девять. Так что ли? Правильно? And these red rocks, like precious stones, I finally understand, dear friend. 5-4-9. Давайте попробуем. Так. 5-4-9. Нет? Странно. Или надо черные посчитать? Ну, блин, эти красные алмазы, правильно, 5. Здесь-то что? Здесь-то что? Так, королева. А, 3, наверное. 3. 5-3-9. На, отлично. Там же королева одна. И 3 этих защитника. Интересная такая головоломочка, да. Сразу не допрёшь. Что происходит?
Глава 8. Риверсайдский институт. Безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготорговца и узнал, что там лежала книга в переплете с человеческой кожей, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Книга в переплете с человеческой кожей — некрономикон, что ли? Доктор Колден, состояние этого мужчины ухудшается. Что говорит доктор Фуллер? Это все еще... Он занят с капитаном Фицройем. Он специально просил не беспокоить его в таких случаях. Конечно же. Я посмотрю, что можно сделать. Мистер Блейк, вы меня слышите? Я доктор Колден. Мы позаботимся о вас. Мы ничего не можем сделать. Я пыталась поговорить с ним, но он не приходит в сознание. Так. Мы снова в больнице, что ли? Только, я так понимаю, мы не за Пирса играем. Так, по поводу того пациента. Осмотреть пациента. Он под воздействием успокоительного? Позовите доктора Фуллера. Хорошо, я осмотрю его. А, я это... Надо было расспросить ее. Ну ладно. Его кожа полностью утратила цвет и кажется высохшей. Он полностью обезвожен. Под кожей на подушечках пальцев рук и ног прощупываются какие-то кольца, мягкие, немного липкие. Сильное недоедание, вздутый живот со следами точечных кровоизлияний. На отек не похоже. Легкие выпуклости, видимо, указывают на наличие чужеродного тела. 30 лет, сильная гипотермия. Эритематозные папулы вокруг глаз и барабанных перепонок, некроз пальпебральной ткани. Блин. Ну как, доктор, что скажете? Я не уверена, что обладаю необходимыми знаниями, чтобы лечить этого человека. Не говорите так. Вы самый лучший врач после доктора Фуллера. Некоторые из этих симптомов я совершенно не понимаю. Что вы обнаружили? У него что-то в животе. Меня беспокоит состояние его конечности. У него сильное обезвоживание. Что-то в животе. Вы осматривали его живот? Такое впечатление, как будто там внутри что-то есть. Он несколько дней ничего не ел. Вы уверены, что это не отек? Уверена. Вы что, отеков не видели? Следа от нажатия пальцев не остается. Вы только посмотрите на эти шишки. Не может же он быть беременным. Чем бы оно ни было, у этого человека внутри что-то есть, чего там бы быть не должно. Его нужно срочно оперировать. Доктор Фуллер говорил не беспокоиться, потому что отек должен пройти сам. Знаете, я не верила, что доктор Фуллер говорит правду. Так, осьминог у него в животе там. Несмотря на сокращение мышц, его руки очень мягкие. Да, он не мог потерять весь кальций, не так быстро. И все же, если в его руке есть кость, она мягче, чем у новорожденного. А что с его черепом? Он тоже мягкий на ощупь, как череп младенца. Посмотрите на эти липкие кольца, что растут у него на пальцах. Что же происходит? Я уверена, вы найдете объяснение. Должны найти. У него сильно обезвожен. Я вижу, ему делали подкожные вливания, но все равно обезвожен. Когда ему делали внутривенные... Он постоянно на перфузии. Я даже увеличил рекомендуемую дозу, но все бесполезно. И вы не поверите, но когда мы купали его, ему, кажется, стало лучше. Да, словно ему нужен аквариум, а не перфузия. Но это не объясняет его состояние. Его тело мутирует. Я почти сама в это не верю, но эти симптомы не характерны для человека.
Что вы хотите сказать? Только не говорите, что верите в пришельцев. Нет. Этот бедняга вполне себе из нашего мира. Но его тело подвергается неестественным мутациям. И эта трансформация его убивает. Его тело просто не справляется. Где он мог подхватить такую инфекцию? Молюсь об одном. Лишь бы не здесь. Доктор Колден, могу ли я узнать, что вы делаете с моим пациентом? Что я делаю? А что сделали с ним вы? Давайте успокоимся, моя дорогая Мари. Мне не нравится ни ваш тон, ни ваши намеки. Я сделал с ним то же самое, что я с остальными. Обеспечил ему наилучший уход. Ваше воображение не имеет границ. Это опять ваше самодельное лекарство, да? Ну, люди не морские свинки. Ну-ну. Что же такого вы увидели? Что вас так взволновало? Меня беспокоят эти симптомы. Я раньше никогда такого не видела. Вы превращаете его в чудовище. Эти тревожные симптомы. Если мы не начнем действовать, он умрет. Вы считаете? Я в этом не уверен. Я, напротив, полагаю, что у этого человека есть великолепный шанс исцелиться от всех недугов. Нет, доктор, пациент уже не в себе. Он умирает. Вот как? Что же вы имеете в виду под этим «не в себе»? Он меняется, но уже похож скорее на животное, чем на человека. Удивительно. Животное, говорите? А точнее нельзя? Головоногая, может быть? Вас это веселит. Ваша реакция? Безусловно. Я же знаю, как вы любознательный доктор. Так бурно реагировать за этого человека и за всех остальных пациентов медкарты, которых... Я должен защищать свое открытие. Эти люди обязаны мне жизнью, однако мир к этому пока не готов. Но когда-нибудь... Я не позволю вам это сделать. Вы меня разочаровываете, Мария, но я все равно надеюсь, что когда-нибудь вы согласитесь со мной. А пока занимайтесь своими пациентами и постарайтесь не забывать, с кем имеете дело. Он что, угрожал? Что он имел в виду? Он предупреждал. Фуллер – основатель этого института и один из самых влиятельных представителей нашей профессии. Мое слово против его не весит вообще ничего. Если я продолжу протестовать, я просто уничтожу свою репутацию и разрушу себе карьеру. Возмутительно. Вы можете что-то сделать? Неужели нет никаких доказательств его преступлений? Так, спрятанные медкарты – вот доказательства. Никто не говорит о преступлениях пока. Не ввязывайтесь в это. Доказательства существуют, я в этом уверена. Я должна найти пропавшие медицинские карты. И где же вы будете их искать? В его кабинете? А если вас поймают? Даже думать об этом не хочу. Рассчитываю на вашу осмотрительность. Конечно же, доктор. Вы можете на меня рассчитывать. Буду нема как рыба. Скоро вы все превратитесь в рыб. Ну что, друзья, давайте на этом закончим. Вот. Искать пропавшие медкарты будем в следующей серии и узнавать, что же творится в этой психушке, в этой лечебнице. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.